Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забегаем быстренько в магазин и открываем колодочку. И посмотрим, что нам выпадет. Выпадает нам Леонардо. Ну что ж, неплохо. Так, бежим сюда, забираем реворд. И, кстати, мне нужно пройти серию испытаний. А у нас остается всего лишь... Одна доступная локация, это самая последняя. Кстати, друзья мои, вчера вот именно на этой локации я потерял Железноголового. Да-да, он встал в провокацию у меня и всей кучей просто на него напали и подбили. Было, конечно, мне немножко обидно за это. Ну что же, поехали мстить. Берем мы с вами Леонардо, Рафаэля, естественно, Усаги, Майки. И вот я не знаю, Бакстер Стокман у нас такой уже покоцанный, но он хорош, он дрался до последнего. Я, наверное, возьму здесь Зека. Но что-то мне подсказывает, что он сдуется здесь. Но у нас выбор невелик, поэтому давайте играть именно им. Ну, Крэнк, как всегда, здесь возмущается, еще бы не возмущаться ему. Он злой, потому что мы до него добрались все-таки. Так, ну что, нас встречает здесь нейтрализатор. Я не знаю, стоит ли нам здесь уклонение применять. Давайте, наверное, на последнем ходу мы его примем, чтобы у нас, как говорится, он побольше сохранился для последнего этапа, там, где будет Крэнк. А сейчас пока попробуем их разобрать своими силенками. Давай-ка вот его, наверное, бомбанем. Вот так вот, да? Так, тихо, главное, чтобы у них было здоровье. Кстати, смотрите, у нас двойная атака, причем практически у всех, кроме Рафаэля и Леонардо. Так, сейчас что-то будет. Ну, естественно, гранатомет. Что еще может быть от него? Даже не знаю, нам, наверное, придется все-таки делать уклонение и хиляться как можно быстрее. Иначе нас тут распишут. Уничтожаем нейтрализатора. Мне нужна хилка, неужели у меня нигде нету хилочки? Вот, молодец, Лео, спасибо тебе большое. Кстати, я заметил, что Лео в два раза меньше хилит, чем наш Майки. Так, ну что же, вот мы с вами и в технодроме. А тут, естественно, будет Крэнк. Но я думаю, мы с ним справимся здесь легко. Так, потирает он свои лапки. Давай, иди сюда, на разборку к нам. Господи, нам нужно быстрее тебя завалить, да-да-да. Что-то там еще нам машет своими кулачками. На-ка, с постепенным уроном. Так, Майки, давай, не подведи, родной. Бумс. Ой, какой хилый был удар. Так, блокировку способностей. Отлично. Ну и что ты, ой-ой. Вот смотрите, видите, Зек все-таки ватненький. Так, попробуем супер ударом. Хоба. Усаги, что-то не то. Я боюсь, ребят, сейчас Зек-то у меня упадет, наверное. Так, Усаги сделал месть. Лео, тебе, как говорится, все лавры, потому что ты добьешь Крэнга. Да. Мне вот это нравится. Оп, такой вылез из последних сил и опять упал. Ну что, ребята, здесь все хорошо у нас с вами получилось. Мы прошли идеально, никого не потеряв. А могли бы. Так, ну что же, а теперь забираем наш главный приз. И хочу посмотреть, что же нам здесь выпадет. ДНК из другого измерения. Показывайте, пожалуйста. Оу, Майки, оригинал. Две ДНК, неплохо. Классический Донни, шикарно. Оригинал Леонардо, замечательно. И Донателло, да, оригинал. И 450 сюриков. Так, собрать и сбросить. 100% завершено. Давай сделаем. Смотрите, ребята. Ага, почему-то вот этот сундучок... А, наверное... Да, друзья. Он должен быть один. Но так как мы с вами потеряли Железноголового, да, на определенном уровне, и он был пройден у меня на две звездочки, соответственно, мне не дали сундучка вот этого. Плохо! Ну да ладно, что поделаешь. Вау, шикарно. Ты посмотри. Рафаэля. 3 ДНК оригинала. Опа-на, смотри-ка, даже у нас 2, даже 3. То есть получается 6 ДНК на оригинального Рафаэля мы сейчас получили. Это круто на самом деле. Так, Майки 1 ДНК, Леонардо 1 ДНК.
Дони видение, одно ДНК. Слушай, ну я считаю неплохо, друзья, особенно вот насчет оригиналов. И помимо этого мы еще получили тут и геймпад, и чипот, в общем, все нормуль. 6 откатов, $20, 9000 мутагена и 30 пиццы. Да, все это я забираю. Серию испытаний мы прошли, я это забираю. Так, поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Ну что ж, давайте приступим, наверное, к боям. Усаги, у тебя там сколько еще нужно? Ой, как посмотрю, так вздрогну. Ну давай посмотрим, может быть, удастся нам еще 4 штучки найти. Так, первая попытка. Вторая. Как видим, ничего нам не выпадает. Здорово просто. А вот здесь, кстати, очень маленький шанс его получить. А, чепот. Чепланшет. Вот как это называется правильно. Так, ну что, одну штучку мы с вами получили, да? Нам нужно еще 3. Ну, мне кажется, что ничего у нас здесь не получится. А, нет, вот вторая. Ну, давай еще 2, пожалуйста. Ну, не надо кочеврыжиться. Сделай доброе дело, а? Специально, да? Вот ты специально так делаешь. Так, третий. Я попробую вытащить 4-й. Я постараюсь, у меня... Вот, все, нормуль. Так, давай глянем, что еще. Нам нужно будет еще найти 5 наушников и 13 джойстиков, да, получается. 13 джойстиков. Это редкий предмет, поэтому мы его долго будем, наверное, собирать. Ну, наушники, я думаю, быстро нам достанутся. Ну что, давай-ка посмотрим, что нам еще можно здесь сделать. Ну, во-первых, мы это все обменяем. Обменяем. Тут заберем реворд. Так, нам нужно поднять уровень персонажа, и все задания будут выполнены. У меня, по-моему, хватает, чтобы поднять Лео до 95 уровня. Да, друзья, и я это делаю. Все, еще 5 уровней, и он у нас фулка во всех смыслах слова. То есть и по звездам, и по уровню он будет. Надо будет прокачивать. Единственное, что хромает, это у нас, конечно же, наша способность, которую мы не можем никак с вами прокачать. Хотя смотри, ты посмотри, нам не хватает всего лишь 2 вот этих вот гербов. И мы сможем до 7 уровня прокачать ему. Так им и надо. Ага. У нас, кстати, на этой неделе будет испытание, да? Давай-ка мы посмотрим. Подожди, как... А, ну да, правильно, все здесь. Платиновое. Клан Фуд. Ага, вот, смотрите. Вот эти эмблемки. Лишь бы нам повезло с выбором персонажей. Если нам дадут имбу, мы получим с вами эти значки и прокачаем до 7 ступени. У Лео этот удар. Будем надеяться, что нам фартанет. Ну что ж, заберем все, что осталось. Сегодня такая, ребят, серия будет у нас проходящая. Потому что, ну, ничего мы здесь не сможем сделать. Я думал, у нас будет черепашья буря уже доступна. Но, как видим, еще сутки нужно подождать. Только завтра это будет у нас открыто. Значит, сегодня мы с вами прошли испытания. И давайте немножко, наверное, подеремся на арене. Потому что я в Лиге Сёгунов, 2 звезды. Откаты я тратить не буду. Вы уговорили меня, правильно сделали. Потому что змея края действительно мне не нужна. Будем своими силами драться. Так, Мухаммед, Вильям и Гаррет. Ну, давай, наверное, возьмем с тобой, ну, Вильяма. Здесь 56 уровень максимальный, как мы видим. И мы начнем, наверное, вот отсюда. Так, Тимми, Сплинтер. Давай возьмем, наверное, Паукуса и... Так, один провокатор есть у нас. Давай возьмем Змейка Вьюна и Змеюка Рай. Конечно, драк будет мало, потому что, естественно, Леонардо сегодня не присутствует в этих баталиях. Так что будем аккуратненько с вами играть. Так, замедлили только Бибопа. Давай, Паукус, массовую атаку. Паутинка. Так, хилит. Ёлки ты палки, ну что ж ты будешь делать? Так, 2 атаки у Змейка Вьюна есть. Я надеюсь, мы успеем ими воспользоваться. Так, пробафались маленечко. Я вот не знаю, стоит ли мне провокацию брать на Тимми. Вы помните, да, в прошлый раз, как его быстро ушатали. Давай-ка, наверное, мы с тобой просто Брэдфорда. Угу, хотел сказать, завалим. Так, тихо, Рафаэль. Не буянь.
Да что ж ты делаешь-то, а, спринтеру? Это хорошо, спринтер-то любит отдавать задачу. Так, что нам надо сделать? Донателло сейчас собирается, давай попробуем заморозить его. Не вышло, да что ж такое, они все на спринтера тянут. Кто там у нас следующий будет ходить? Рафаэль, давай теперь Рафаэля бомбить. Вау, Паукус, ты в ударе сегодня, это точно. Дальше Муха. Так, попробуем блокирнуть. Не заблокировали. Ну, спринтеры нужно прокачивать, это однозначно. Так, кто у нас там дальше собирается? Бибоп, да, ходить? Ну, я думаю, мы, наверное, не дадим такой возможности ему. Тимми, ты серьезно? Пнул он мне там ножкой своей. Что-то как-то вообще... Не ахти, да, мы с вами тут бомбим. Вот спринтер нормально джигает. Так, давай так сделаем. Ой, ну он вообще, ребята, замедлен. Плюс у него пониженная атака, плюс пониженная меткость. Мы его задебафили. Так, а если хвостом? Да что ж ты, несмотря на это, все равно он какой-то сильный. Друзья, вот такая вот у нас получилась битва. Я думаю, практически, ну, справедливая и равная. В общем, мы здесь выиграли с вами с горем пополам. Но Тимми все равно как вот провокатор ватный. Вот я не знаю, может быть, нам попробовать прокачать Острозуба и посмотреть, как он будет себя вести. Значит, Геральт, Брайан и Адам у нас здесь. Начну я, наверное, с Адама. Так, здесь 57 уровень, да? Значит, нам нужно с вами сделать как? Я не знаю, стоит ли нам брать Муху здесь? Хм. Ладно, если только через провокатора. Вот такой состав, как вам? Я чувствую, мы сейчас тут с вами горе хапнем. Ну, а почему хапнем? Ну, потому что провокатор у нас Рокзар, да? Три хода мы, считай, с вами в безопасности. Нам за три хода нужно всех завалить. Не забывайте, что здесь есть три массовые атаки от трех персонажей. Это... Майк Ролевой. Это у нас кто? Это у нас Рафаэль и Рокстеди. Вот это самые три противных героя, которые могут мне здесь навредить. Очень сильно причем. Поэтому давайте пытаться, ну, как-то вырулить эту ситуацию. Вообще-то нам нужно с вами вот этого в первую очередь забомбить. Давай плевочек. Слабенький плевок был. Так, сплинтер баф вешает. Так, на крит атаку и просто атака, да? Ну, Рокзар пока устоит. Это понятное дело. Вот, уже лучше. Давай еще бомбанем. Отлично, и остается лишь Майки. Пумс. Опять нам повезло. Я боялся за Бакстер Стокмана. И вообще, на самом деле, они могли нас быстренько здесь раскурочить. Но инициативы им не хватило. Причем у меня был провокатор неплохой, это Рокзарчик. Мы здесь, короче, выжили. Ну что, Сёгун 3 звезды будет сегодня нам доступен или же нет? Так, Леонард. А, Леандр, елки-палки. Дэн и Дилан. Тут выбор, либо. Смотрим по уровням. 58-е, 61-е, 60-е. А здесь уже 62-е. Так что, Линдер... Так, и возьмем сюда Донателло, Армагошу, Криса Брэдфорда. И большой риск, конечно, брать вот этих вот персонажей. Но я все-таки возьму Тигриный Коготь и Кирби. Кирби опасно брать. Ладно, возьмем сюда Зека. Раз, два, три, четыре, пять. Тогда сделаем вот так вот. То есть еще два боя у нас с вами будет. А можно сделать три. Ты спросишь, как, а я скажу тебе, взять Леонардо со слабыми персонажами. Так, ну что, бросаем бомбочку для начала. Угу. Так что, ой-ой-ой-ой-ой, вот это зря, уклонение он поставил. Теперь будем мазать мы с вами. Ну-ка попробуем ракетами. Угу, досталось только Донателло, да? А мы, знаешь что, мы сделаем усиление. Мы сделаем себе усиление и попробуем вызвать маузеров. Посмотрим. Вау, шикандос. И добивочный. Конечно, добивочный. Размечтался. А так если
В общем, ребята, ну, как вы поняли, у Микеланджело вражеского было очень слабое уклонение. Точнее, не прокачанное, поэтому мы смогли их пробить. Это нам на руку. Так, и мы перемещаемся с вами на 9-ю позицию. То есть еще один бой. Так, а вот теперь самое интересное. Так, Джордж, Дэвид и Андрей. Я беру здесь, наверное, по идее мне надо взять. Да почему, по идее, я и возьму. Берем, короче, Лео. Берем здесь, так, Железноголового. И вот так вот, ребят, попробую я все-таки на свой страх и риск отыграть эту партию. Через Лео и Железноголовый должен у меня простоять в провокации. Я надеюсь, что у нас тут все получится. Так, начинаем, естественно, с вертушки. Вау. Так, Роквелл. И минусанем его. Отлично. И добиваем, судя по всему, всех. Нормуль. Вот что значит взять в команду Лео, да? И, ну и Железноголова, конечно, здесь немножко нам тоже подсобил. Значит, сейчас вот точно будет последний бой, и мы с вами переходим в Сёгун 3 звезды. Отлично. Так, здесь выбираем с вами Роберт, Артём и Клаудин. Ну, я думаю, что возьмем, наверное, Артёма здесь. Раз, два, три. И двух слабеньких персонажей. Ай, крысиный король вообще слабак. Я не знаю, я боюсь, когда я его беру вообще в команду. Но попробуем. Так, здесь Бакстер Стокман. Ну, естественно, вначале мы ставим танцульку на уклонение. Так, теперь, наверное, все-таки сделаем массовую атаку. Хотел вначале, подумал, баф, может быть, поставить массовую, но нет. Воу! Вот это да! Вот это Усаги, вот это Малорик. Ну, других слов просто нету. Вы сами видели результат. Отличный просто. Ну, мы с вами выиграли, да? И поднимаемся, наверное, где-то на 85-ю позицию, наверное. Ну-ка. 79-я. И как бы можно сказать, что все на сегодня, да? Мы больше сделать с вами здесь ничего не можем. Все у нас собрато. Забрато. Так, можно единственное знать, что у нас с вами, подожди-ка, сколько там? 146 откатов. Мы можем, например, потратить с тобой всю пиццу, да? Которая у нас еще осталась. На поиски остатков. Так, давай вот, например, попробуем найти наушники. Вот, выпали. Давай сюда. Отлично, вторые уже. Третьи. Наушники, отлично, нам выпадают. Выпадали. Да что ж ты, специально что ли так вот? Под самый конец. Ты смотри, а. Похвалил называется. И вот так вот всегда. И вот так всегда, друзья. Вот, это, по-моему, последние были наушники, которые нам нужны были. Нет, еще одни. Ну, вроде бы как у меня все. С пиццей глухо, очень глухо. И значит, мы с вами завершаем на этом нашу серию. Да, друзья, коротенькая, но я не собирался как бы снимать. Я это все хотел сделать за кадром. Единственное, для чего я начал снимать, потому что мы с вами прошли смятение из другого измерения полностью. И я хотел как бы показать вам, что выпадет мне оттуда. И как видели, выпало мне очень даже неплохо. Так, бомби. Кстати, можно зайти сейчас в магазин и глянуть. Может быть, что-то нам там можно приобрести, того, чего у нас нету или не хватает. Ну что, где-то я еще же видел. Ага, вот. Вот здесь тоже. Да что ты, куда? Кстати, мы можем прокачать, но я не хочу тратить наушники. Ну, Алапекс, на самом деле, нужно прокачивать. Она у меня, ну, чересчур слабая, ну, согласись. Чересчур. Кстати, у нее не ДНК, у нее именно на скилл показывает, да? Что я могу? Все, вроде бы. А, погоди-ка, Макман. 245, ничего себе. Так, и больше вроде бы... Ага, подожди-ка, Кейси. У Кейси Джонса тут завалялось кое-что. И все. Так, смотри. Рафаэль оригинальный. 23 ДНК из 80. Донателло 25 из 80. И Майки 22 из 80. Они буквально нога в ногу идут. Да? Буквально нога в ногу. Леонардо классический. Нам не хватает всего лишь 4 ДНК.
Здесь не хватает 11 ДНК. И здесь не хватает тоже, кстати, 12 ДНК. Тоже нога в ногу идут, ребята. В общем, скоро нас ждет прапывание каких-то персонажей. Смотрите, Рафаэль ролевой тоже, кстати, не очень-то далеко. 18 ДНК не хватает всего лишь. В общем, все впереди, все хорошо. Так, забегаем в магазин, смотрим. Ну, как видите, у нас все это есть. Монет у нас 42. Жетонов уже 570, кстати. И что мы можем? Да ничего, потому что нам нужно с вами 710 либо 610. Но в любом случае нам не хватает с вами. Так что всем пока, друзья мои, и до новых скорых видосиков. Удачи вам!